Доброе утро, моя любимая страна. Добрый ранок, Украина. У нас сегодня новые гости. Мэри, красавица, представитель породы Мальтипу, приехала на две процедуры. Первая процедура – это стерилизация. Владельцы приняли решение, что так будет правильно. И вторая операция – по удалению клыков. Клыки, которые не выпали. Поэтому идем вперед, покажем вам и то, и другое. Наша красавица уже в предоперационной комнате. Уже ей сделали седативный препарат, и она находится в состоянии расслабления. Мы сейчас ее подготовим к данной процедуре, сделаем премедикацию, подготовим операционное поле и шагаем в сторону операции. Наша красавица уже на операционном столе, уже спит, ей снятся сладкие сны, а мы продолжаем нашу историю. И хотел бы, чтобы все вы, кто смотрит, кто переживает за нашу красавицу, держали кулачки, чтобы все у нее прошло хорошо. Также для отчетности показываем клыки, которые не выпали. Вот смотрите, это основной клык, а рядом, который от вас правее, это молочный. Также и здесь, вот основной, а рядом молочный. Таких 4 клыка нам предстоит сегодня удалить. Поэтому опять же снова держите кулачки за нашу красавицу. Наша операция подошла к концу. Все прошло так, как планировали. У многих возникает вопрос, доктор, раневое отверстие большое при такой операции? Покажем, вот так переезжаем и показываем. Вот такая вот точечка, смотрите. Вот через эту точечку мы и провели операцию. Маленький разрез, малоинвазивный метод, и в дальнейшем все очень быстро заживает, а через 2-3 недели ниточки сами отпадут. И мы переходим к следующей процедуре – удаление молочных клыков, которые тоже вам покажем. Также покажем на месте тех зубов, которые мы удалили, теперь пустота, клыков больше нет. Остались только основные зубки, основные клыки, и мы перемещаемся в сторону послеоперационной комнаты. Наша красавица уже в послеоперационном боксе. Сейчас еще спит, еще в глубоком сне. При этом мы сделаем капельницу и выведем ее с наркоза. А также наберем наших владельцев и расскажем, что все прошло отлично. Пускай больше не переживает и приезжает в назначенное время. Наша красавица просыпается, уже моргает. Наша история подходит к концу, к логическому завершению. Владельцы уже переживают за дверью, и мы шагаем навстречу нашим владельцам. Всем спасибо, что держали кулачки, что переживали за нашу красавицу. Все прошло, как видите, хорошо.